Добрый день, друзья, подписчики канала. Гриша из Брисбена, Австралии, с очередным видео, где все ведется без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Недавно записал 4 серии по поводу большого аккумулятора. У меня стоит Tesla, есть еще другие, как LG, как другие фирмы. Я записывал все на английском языке. Дело в том, что очень много этих аккумуляторов ставится с помощью спонсирования. Они очень дорогие. И спонсирование ведется государством, частными фирмами и другими способами. Я считал, что неинтересно будет описание или рассказ на русском языке, потому что это не имеет никакого отношения к среде, где будут останавливаться батареи. И несколько человек написало в комментариях, что неплохо было бы узнать побольше, если бы ты мог сделать видео на русском языке. Я, конечно же, могу. Но, если честно, понятия не имею, о чем говорить и что людям интересно. Дело в том, что в первых 4 сериях я рассказывал. Первая серия была, почему мы ее купили и почему мы считаем, что она выгодна. Вторая серия я рассказывал о том, как прошел первый год. У нас этой батареи уже 1 год, 4 месяца. Как прошел первый год эксплуатации. В третьей серии я рассказывал о финансовой части, насколько она выгодна, невыгодна, и мои мысли на будущее. И четвертую серию рассказывал, есть такая инициатива, что вот эти батареи, они настолько умные, что можно использовать их как виртуальную электростанцию, и очень много электрических компаний и также частных компаний используют, предлагают людям услуги возвращения денег, часть денег за батареи, чтобы использовать их как виртуальную электростанцию. Если вам интересны некоторые темы на эту тему или вообще, что собой представляет аккумулятор для дома, для чего он используется, чем он хорош, чем он не хорош, я могу рассказать, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте вопросы. И обосновываясь на ваши вопросы, я намечу как бы скрипт своего будущего видео и расскажу о том, в принципе, что вам интересно. Большое спасибо за просмотр. Гриша из Брисбена, Австралия.